Всем привет, дорогие мои друзья, с вами, как всегда, Макс. В прошлом видео под названием «Худшие иконы Brawl Stars» Bravling Animals набрало... неплохой результат. Я решил продолжить эту рубрику, потому что первый выпуск набрал 20 лайков. Кстати, я подготовил офигеннейшие интро для худших клонов. Поехали! Эх, как задолбали эти клоны, которые тупо плагиатят, тупо копируют и тупо воруют идеи. И сегодня в этом выпуске я снова нашел худший клон по Brawl Stars. Вот наш подсадный клон, называется Stardust Battle Arena Combat и еще и тестовая версия. Для начала переходим к описанию игры. Эпик моба сражается с друзьями. Эпичная моба сражается с друзьями. Разблокируйте! Освойте всех персонажей, чтобы проявить себя. Что? Эль! Что это такое? Добро пожаловать в битву! Звездной пыли. Звездной пыль. О, божественный пыль! Сражайтесь в лигах. И разблокируйте режимы и героев, сражаясь с боссами смертельных банд. Хотя бы эта строка нормальная. Функции. Мобильные битвы, арена, стрелка. Стрелочники повсюду. Хорошо, давай приступим к игре. После долгой загрузки игры, наконец-то нам придется пройти обучение. Вот наше графонистое обучение. И боже мой, что за ходьба? Анимация в этом игре просто ноль. Ну как вы видите, наш первый персонаж похож на Бо, последнего персонажа к пути к славе. После обучения нам придется ввести имя, ну как всегда. Вот так я божественно ввел имя, просто класс. Да, минусов в этом игре полно. Непонятное управление, плохая графика, вот кусты вы видите, ваши ужасно выглядят, очень много лагов, ведь у меня интернет хороший. И плюс в этом игре графика просто ужасная. Ну и большой минус в этом игре полно ботов, ведь я очень легко тащил. Но я и так-то и видел, что они боты и ведут себя очень тупо. Момо? Что так стало жирной? И да, в этой игре совсем непонятные персонажи. Просто какое-то непонятное бессмыслица. Стоп. Это ваша отсылка из игры Undertale. Ну, Undertale на Nintendo Switch. Что, не похоже, что ли, да? Короче говоря, мне игра не понравилась. Вот моя оценка. 3 из 10. И да, кстати. Эй, блин. Сколько же страданий я увидел. Подпишитесь на мой канал, ставь лайк и жмите колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем удачи и всем пока.